Около 7 лет подряд ученики музыкально-гуманитарного лицея, кроме достижений в искусстве, зарабатывали еще и синяки с разбитыми коленками. Всему виной плохое покрытие на футбольной площадке. Теперь в здоровом теле здоровый дух. Да и побегать по новому полотну за радость. Совместными усилиями построили площадку в 2010 году, но время проходит, надо двигаться дальше. Что-то стареет, что-то ломается. И сегодня мы решили все-таки сделать реконструкцию этой площадки. И она сегодня универсальная площадка, потому что здесь можно заниматься футболом, волейболом, баскетболом. И мы добавили еще здесь разметка, и здесь есть, будут установки, да, вот здесь будет большой теннис. Мечта наших лицеистов, наша мечта, мечта преподавателей, моя мечта воплотилась в вот такую замечательную площадку, такой замечательный праздник, который состоялся по случаю открытия этой площадки. В ней есть все. Поскольку старая площадка пришла в негодность из-за титанического желания заниматься спортом, новую решили ограничить от свободного посещения. В довесок нарастили забор. Теперь футбол или волейбол строго по расписанию лицея. Ну, здесь было совсем другое покрытие, и некоторые, ну, как бы заборы, они были сломаны. Ну, то есть очень неудобно было играть. А сейчас на новой площадке, ну, как мы уже увидели, мы искренне вообще рады, что ее построили. И, как мы видим, здесь намного удобнее. Здесь и оборудование все новое, и покрытие. В планах у депутата Народного Хурала Батора Цыбикова поработать на территории 42-й школы и сделать там подобную площадку. Илья Бельков, Евгений Павлов. Новости дня.